Они всю свою жизнь посвятили труду. Многие, даже выйдя на пенсию, не могут сидеть без дела, занимаются творчеством. На встрече тружеников тыла и ветеранов труда Куйбышевского района выставка рукоделия и праздничный концерт. Деятельность ДК в первую очередь направлена на то, чтобы категории граждан, в том числе и пожилого возраста, не только вспоминала здесь свою молодость, а чтобы могла проводить свой досуг. И поэтому наши ветераны, в том числе и Куйбышевского района, являются самыми активными участниками в наших мероприятиях. И мы для них с удовольствием делаем различные праздничные мероприятия. Сегодня в общественной организации Куйбышевского района состоят около 1500 ветеранов труда и тружеников тыла. В регионе их почти в 15 раз больше. В организации им помогают решать многие социальные и коммунальные вопросы. Многим помогли. Обращается к нам. Безусловно, мы решаем вопросы и судебные, и какие-то другие, безусловно. Очень много решений делаем, помогаем. Гости праздника делятся. Отмечать юбилей в преддверии Нового года вдвойне приятно. Алина Чемерис, Григорий Плешаков. События.